Всем доброго времени суток, с вами канал Квант. Еще одна озвучка робокиллера боя 2050-25-00. Идет он на Пруссии, как вы видите. Сказал, что бой очень хороший. Давайте вместе посмотрим, что и как у него получается. Десять секунд до начала боя. Ямато, слова, лава, Ивами, помер. И Дункан. Ну, в принципе, противники адекватные, вполне серьезные. И две подводные лодки, что как бы немножко нервировать будет ситуацию, дергать ее за все причинные места. А вот розовый авианосец в наших рядах, сложно сказать, хорошо это или плохо. Судя по тому, что он еще не взлетел, ну, наверное, это не есть гуд. А вот авианосец противника уже светит всех наших. Ту-ту-ту-ту. Ту-ту-ту-ту. Пруссия один из любимых кораблей робокиллера. У него на нем стабильно хорошие результаты. Мальта так заходит. Ой-ой-ой, кто там у нас справа? Кто там у нас справа? А, тундер, тундер, тундер. Ой-ой-ой, сейчас снимут немножко робокиллера. Да, ну, разобрали они. Ну, что у нас тут сейчас будет с Дунканом? Идут, идут, вроде хорошо идут. Да. Три попадания, одно пробитие. Полновесный бортовой залп. Наблюдаем, куда все это сейчас попадет. Ой-ой-ой-ой-ой, как все плохо-то, ё-моё. Три торпеды минимум. Бах, бах. Ой-ой-ой, неприятная ситуация в начале боя. Еще тут долярная это. Ни к селу, ни к городу. Ничего себе, вообще тридцатку сняли. Фугасы пошли. Ну-ка, 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 ну-ка. Два попадания. Подводная лодка. Ну, как я и говорил, она сейчас будет тут всю ситуацию нервировать. Тундер собрал все, что можно было собрать, и почему-то еще остался живой, на удивление. Я думал, сейчас ему кирдык придет. Ну, вообще, оцениваю ситуацию как такую, не очень хорошую, с моей колокольни. Вперед нельзя, там эсминец и подводная лодка, вправо там слава. Да, не очень. Пока еще не совсем понимаю, почему робокиллер сказал, что это интересный бой. У нас уже нет одной лодки. Так, опять Дункан. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Ну, да, пошли.
нахрен. Ну и сам сколько он потерял. Ё-моё. Давайте наблюдать, потому что мы все чудастее и чудастее. Так, там не стало одного линкора. Я посмотрел, какого и вами. Так, тут еще. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Как минимум три торпеды. По одной лодке утонула наша игрока. Умер, ну тоже не подарок, так если разобраться. Там полторашка. Умерно непонятно, но я думаю где-то около трешки, не больше. Ой-ой-ой-ой, как Дункан ему вернул. Плохо. Вот это выстрел прям на все деньги был. Отличный залп. Да, похоже, приходит последние минуты. Это дорого стоит.
Так, смотрим, что здесь с торпедами. А-а-а, промазала подводная лодка в упор практически. Да ё-моё. Ну как так-то? Реально хороший бой. Такое ощущение, что он стреляет какими-то ядерными снарядами. Уже никуда не денешься. Вряд ли получится отмансить, хотя... Хотя... Да, вот это прям... Ай-яй-яй, ай-яй-яй. Ну вот это обидно будет. Реально обидно мне. Промазала. Да. Вот это везение. Везучий, везучий у нас игрок в плане. Хорошему бы надо эту лодку грохнуть, блин. Я не пойму, почему не получается. Слава. Добил он ее. Отличный бой, 182 тысячи урона, 2,5 миллиона. Ой-ой-ой, потенциалки, но это, видимо, будет все-таки проигрыш. Чертовски интересный, чертовски напряженный, шикарный бой, но с проигрышем. Потому что шерманы готовы, при всем уважении к этим ребятам, но не вытянут. Кому-то жалобы он раздать еще успел. Я не последил. Ой-ой-ой-ой-ой. Решил понаблюдать, как будет играть подводная лодка или как она будет умирать. Ну-ка, ну-ка. Лодка
Америка решила прикончить авианосец, что ли? Ну, как вариант, может быть, у нее и получится. Сейчас еще авианосец начнет на самооборону работать. Будет прям просто тоска, тоска. Пошли. Мазах. Идет убитие лодки. Лодка решила пострелять в авианосец. Это прям вообще, вообще прям классно. Да, бой был очень интересный, полностью соглашусь с автором. Да, 5520 и 4 лодки в порт. Хороший бой, жалко, что проиграл. Тут могло быть, наверное, не меньше 3000 чистого опыта. Ну, огромное спасибо Робокиллеру за предоставленный материал. Это того стоило. Всем спасибо, кто смотрел. Комментарий, лайк, подписка, друзья.